конечно, я хочу стать ангелом. Какой твой первоначальный выбор, и теперь над твоей головой появился счетчик. А зачем он? Совершая плохие или хорошие поступки, ты сама определяешь, кто ты. Если процент демона станет 100%, то тебя утащат в ад. Мамочка, я принесла с улицы котеночка. Господи, ну вот и что с тобой делать? Ладно, оставляй его. Ура! Ох, доченька, помоги сумки донести. Ой, бабушка, простите, я в школу опаздываю. Ой, ладно, сама как-нибудь донесу. Ступай. Ладно, я вам помогу. Что? А почему мне не прибавилось к ангелу? Наверное, милая, потому что ты сделала поступок для того, чтобы заработать процент. Так это, к сожалению, не работает. Ясно. Смотри, у меня на обед сегодня роллы, а у тебя что? А у меня вот что. Ребят, умоляю, прошу, поделитесь процентом добра, иначе меня утащат в ад. Не делитесь с ней, она же нас всегда оскорбляла. Ладно, Мия, держи. Най, слушай, тебя там к директору вызывают, иди быстрей. Ладно, сейчас. Директор, здравствуйте, можно, вы меня вызывали? Я хочу помочь людям. Мам, я дома, там такой ливень. Мам, почему ты плачешь? Что случилось? Родная, я сегодня совершила ужасный поступок. У меня 99% демона. И чтобы сравняться, мне нужно 99% ангела. Что?